Вот это наш приют. Вот трасса, которая идет из Булычева в Стремилово, туда дальше. Так. А, тоже плохо? Так. Сначала покажу вам карантин. А здесь у нас козочки и овечки. Мы находимся на сельхозземле, и чтобы к нам не придирались, у нас есть сельхозживотные. Они сейчас пасутся вон там. Здесь у нас карантин для котят сейчас. Это летний карантин. Ну что, мои хорошие, мамины. Здесь детки, которые выздоравливают. Не бойся, маленький, иди сюда. Этому малышу мы удалили глазик. Что мы едим? А, творог. Хорошо. Рядом с карантином малышей, котят, у нас карантин для щенят. Иди сюда. Тараканы маленькие, мамины, да. Вот. В помете 6 малышей. У троих начался кровавый понос после глистогонки. Эти малыши у нас под контролем, мы за ними наблюдаем. Надеюсь, они перенесут на лапках хорошо. Не всегда малыши болеют, не всегда. Хорошо. Это, ребята, карантин. Ну, по возможности такой, какой мы могли сделать. Прямо на входе. Вот это у нас вход. Здесь у нас, да, здесь у нас инвалиды. У этого бедро сломано, у малышки тоже. Видите, лапочки? Да, мои хорошие? Сунья. Специально вешаем вот такое, чтобы защитить от... Чтобы тень была, ребята. Здесь рабочий домик. Люди живут здесь полностью 24 часа в сутки. Здесь самые маленькие. Мамины. Солнышки. Мамины, да-да-да. Мамины, солнышки. Так, чтобы мух было поменьше. Закрываем и защищаем деток. И таких, ребята, рядов у нас 16. Общее количество животных в приюте 2000. Вот такие отсеки небольшие. Здесь сидят по одному. Это вредные, старенькие. Вот. Не хватает железа на крыше, поэтому мы вешаем все, что угодно, чтобы только сделать собакам тень. Стараемся по возможности, ну, ребята, насколько хватает сил, так и стараемся. В каждом вольере обязательно деревянный подиум, потому что когда маленькие мы, когда дожди, собаки находятся на сухом. Инвалидов. Нам очень нужна помощь. Нам не хватает стройматериала. Мы пытаемся содержать приют в хороших условиях. Пытаемся, ребят. Делаем все, что в наших силах. К сожалению, здесь у нас кошатник. Так. Здесь вот мы сейчас прокварцевали. Вот. Котята у нас сейчас на улице. Но это зимний вариант кошатника. Они у нас здесь уже зимовали. Зимой здесь тепло и хорошо. Здесь у нас кошки, которые еще не привиты. Кого мы еще не прочипировали. Что мой золотой? Простите, дайте я пройду, ребят. Что мои золотые? Да, вот им, скажи, тоже хочется на улицу, да? Что, мои хорошие? Ну, корм есть. Скажи, не хватает внимания. Не хватает у моих малышей внимания. Очень нужен кошатник с выгулом. Специально сделана двойная сетка, чтобы ни кошки, ни собаки не соприкасались. Ребят, кошатник не шикарный, мы это все понимаем. Но у нас нет возможности сделать что-то более-менее. Конечно, нам тесно. И очень часто мы стараемся просто отворачиваться.
когда у нас просят помощи. Но не потому, что мы плохие, а потому, что, ребята, очень тяжело соизмерять свои силы, когда нет уверенности в завтрашнем дне. А мы не знаем, будет у нас завтра корм или не будет. Там у нас идет стройка. Там новых 3 ряда. Нурик, пока не пускай, пусть еще идут. О нашем приюте много пишут. И хорошего, и плохого. Но я считаю, что если хотите узнать правду, надо приехать и увидеть все своими глазами. Пусть один раз, потратить 2 часа времени, приехать и увидеть. И многие так делают. Мамины. Так, мы достраиваем там сейчас. Будет у нас еще 4 вольера. У нас волонтеры гуляют. Вот видите, сделана тень, чтобы у детей была тень. По возможности мы высаживаем деревья, чтобы была тень, когда деревья примутся и подрастут. Смотрите, сколько сделать надо. Сколько еще недоделок. Ведь впереди зима, и их всех надо успеть закрыть, утеплить будки или успеть построить бытовочки. Что, мои золотые? Ну, мама, ты моя мама и ее дети. Если бы вы видели, в каком виде эти дети к нам попали. Просто в чудовищном. Скелетики маленькие и грязные. Здесь у нас только 1 бытовка. Мы ее собрали сами. И здесь у нас маленькие дети. Маминые. Они любят купаться, плескаются, воду разливают. Сейчас воды дольем, да. Здесь дети уже с прививками. Мы специально, видите, отгородили их. И с этой стороны. Малыши друг с другом не соприкасаются. Вход в бытовке с 2 сторон. С этой стороны и с той. Что? Здесь зимой будет обязательно сено. Еще будет подиум, чтобы детям было тепло. И будет стоять калорифер. Для малышей здесь зимой будет тепло. Ребята, здесь очень много недоделок. Очень много. И нам очень-очень нужна ваша помощь. Ваша поддержка. Пожалуйста. Действительно хочется сделать по-настоящему настоящий хороший приют. И чтобы к нам комиссии приезжали, не штрафовать нас за то, что у нас бирки на вольерах не висят. А приезжали бы помочь нам и спросить, что мы можем для вас сделать. А вместо этого, ребята, приехали и оштрафовали на 40 тысяч. Не поверите, ревела до слез, потому что, ну и так, денег нет. И долги в клинике у нас уже под 400 тысяч. Я могу вам сейчас сбросить всех, кого мы прооперировали только за последние 2 недели. Показала, как могла. Кто-то нам подарил вот такие пласты черные, прорезиненные. И они нам очень пригодились. Мы закрыли, и у нас теперь у каждого малыша здесь есть тень. Так, работа продолжается. Делаем, ребят, с помощью молотка и такой-то матери. Сколько можем, столько делаем. Стройматериалов нет. Просто нет. Нам необходимо сделать, друзья, пожарный водоем. Это должно быть. Я понимаю, что это траты, но у нас нет выхода, ребята. Нам еще и нужен, оказывается, пожарный водоем. Я скоро повешусь. А еще, друзья, дай Бог вам всем здоровья.
мы начали укладывать трубу. Ребята, мы сегодня купили 32-ю трубу, 150 метров. Ребята, мы раскручиваем трубу. Она немножко отлежится, положим ее. Ребят, спасибо огромное. Спасибо всем, кто отозвался и помог нам купить трубу, ребята. Огромное спасибо. Вода, ребята, нам жизненно необходима. Жизненно необходима, вы это понимаете. Спасибо, друзья, всем, кто понял и помог. Ребята, я благодарю вас. Август месяц, друзья. Надо последние дни солнечные успеть захватить, ребята. Успеть захватить последние солнечные дни. Ребята, как же нам нужна помощь. Господи, если бы вы знали, как же нам нужна помощь. Если бы была помощь, ребята, столько бы можно было успеть сделать. А мы иногда просто простаиваем, ребят, потому что, ну, нечего делать. Не хватает ни железа, ни труб не хватает, ни перемычек, ребят. Доски и той нету, ребят. Если бы вы знали, друзья, как нам нужна доска. Ай, Господи, ну что же делать, что? Ну почему не отзовется никто-нибудь, ребят? Ну ведь есть люди, у которых есть средства. Ну помогите. Ведь мы ничего на тот свет взять не сможем. Сделаем доброе что-то на земле. Я прошу вас, я обращаюсь к вам. Друзья, пожалуйста, отзовитесь. Нам очень нужен электрический провод еще. Сейчас у нас вода, видите, текет по вот такому шлангу. Сами понимаете, это очень трудно, и очень трудно даже вольеры помыть. Что, мои хорошие? Крышу надо, крышу. Из кусочков, ребята, варим двери. Из кусочка, что удается собрать? Какие ржавые понаходили, ребят? Все, что понаходили, все, что удалось лишнее кое-где срезать. Ребят, это все, что у нас есть. Нам нужна помощь, ребята. Нам так нужна помощь. Это мы разбираем наши поддоны. Ребята, закупили немного цемент. Привезли гравий. Но гравий, ребята, мы берем в долг. Нам очень нужна помощь, ребята, очень. Работа движется, Господи, мы ни на минуту не останавливаемся, друзья. Работа движется, но нам очень срочно нужна помощь и ваша поддержка. Ребята, помогите, прошу вас. Очень прошу. Угу. Ребят, сейчас забетонируем вот этот кусочек. И собакам будет удобно. Не-не-не. Помощь очень нужна. У нас крыш нету, досок нету. А это просто очень необходимо. Где это брать пока? Вот видишь, лето-то мы прошли, от тени спрятались. А вот как прятаться от дождя и снега, я пока не знаю. Пока не знаю, ребята. Ребята, у нас есть сетка. Но у нас нет железа. У нас нет доски. Разбираем поддоны, какие можем, ребята. Какие еще более-менее пойдут. Перебираем, выбираем негнилые. И делаем пол, делаем будки из этого. Ребята, мне нужна помощь. Я прошу вас, мои хорошие, по возможности, помогите нам. Ребята, пожалуйста, помощь очень нужна. Вот здесь, видите, у нас низина. Дождь прошел и болото. Сейчас землю, какая там появится, мы всю ее засыпем вот здесь. Чтобы не было низины, не было больше болота. Ребят, приют огромен. Помощь нужна. Мы живы только благодаря вам, вы же это знаете. Мы вместе делаем что-то хорошее на этой земле. И, ребята, друзья мои хорошие, я искренне вам за это благодарна. Посмотрите, сколько добра мы принесли. Реально добра, ребята. Ведь все вот эти животные – это смертники, спасенные вашими руками, вашей помощью, вашим небезразличием. Ну тут хорошо, ступеньку, а остальное тогда делаем. А дальше вниз пойдешь, а потом опять ступеньку.
Ну что, ребята, засыпаем траншею. Докручиваем два вольера. Так. Ну вот и дождались, дожди начались. Ребят, но слава богу, мы успели закопать траншею. Здесь у нас будет колодец, здесь выходит вода. Вот видите, что творится? Уже пошло. Начались дожди. Ребят, начались дожди, я вас умоляю, помогите нам. Ребята, помогите. Осень наступит незаметно. Я прошу, нам очень нужна помощь. Друзья, очень-очень нужна помощь, чтобы продлить бытовку для малышей. Ребята, прошу, пожалуйста, нам нужна помощь. Пожалуйста, друзья, отзовитесь. Я прошу вас, друзья, отзовитесь, пожалуйста. Очень много работы придется выполнять вручную. Здесь сделали отсыпку, вчера еще сделали. Сделаем до конца, ребята. Начали с маленьких. И здесь бетонировать быстрее будем. Здесь надо еще сделать сначала подиумы, потом будем бетонировать. Здесь у нас не закончено, ребята, у нас нет досок. Друзья, нам очень-очень нужна помощь досками. Пожалуйста, ребята, прошу вас, сколько можно. Помогите, ребят, прошу вас, очень надо. Мы только недавно начали это строить. Приют существует здесь всего 2,5 года. Но за это время, учитывая, сколько у нас животных, мы сделали много. И если нас немножко поддержать и помочь нам, мы действительно сделаем что-то очень хорошее. По-настоящему хорошее. Лада! Лада, гусар! Люди милые, вы хоть осознаете, понимаете, какое добро вы творите? Реально приносите в этот мир доброту. Посмотрите, сколько зла. И в то же время доброта. Ваша доброта, люди. Все-все они, это спасенные вами. Все 2000, ребят. Мой низкий поклон вам, люди. От всего сердца, от всей души. Если бы вы знали, как я вам благодарна. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо. Спасибо.